Здоровье – это еще не все, но все без здоровья – ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Инсульт является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Во всем мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов. Из них 450 тысяч в России. Таким образом, каждые полторы минуты он случается у одного из жителей нашей страны. По данным Национального регистра инсульта, 30% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи. 20% не могут самостоятельно ходить, и лишь 8% больных могут вернуться к прежней работе. Сейчас поговорим обо всем об этом поподробнее. Сегодня наши эксперты. У нас в студии Светлана Уксусова, заведующая специализированным отделением Самарской городской поликлиники номер 6. Здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Сапожникова, заведующая городским центром медицинской реабилитации, также 6-й поликлиники. Добрый день. Добрый день. Мы про инсульт в своих программах говорили уже несколько раз. Но вот как показывает опыт даже мой, а уж я думаю, тем более и ваш, информация все равно мало. Знают не все, а есть некоторые важные моменты, которые просто, наверное, как ликбез, знать необходимо каждому человеку. Ну, прежде всего, наверное, начнем с азов, да, от печки. Что же такое инсульт? Ну, наверное, отвечу я. Инсульт – это остро возникшая сосудистая катастрофа, которая может быть связана или с разрывом сосудистой стенки, когда говорят о геморрагическом инсульте, или, наоборот, с тромбированием сосуда, атеросклеротической бляшкой, какой-то там другой бляшкой, вот, и вызывает вот эта сосудистая катастрофа гибель нервных клеток, которыми кровоснабжается сосуд. И в соответствии с этим у пациента развиваются очаговые неврологические симптомы, вот те, которые вы в начале программы перечислили. И нарушение походки, и нарушение речи, головокружение, шаткость при ходьбе. Вот. И, соответственно, от этого огромное социальное значение этого заболевания как вот наиболее инвалидизирующего заболевания. Светлана Николаевна, на базе вашего опыта актуальная проблема на сегодняшний день для Самары? Проблема чрезвычайно актуальная. Почему? Потому что кроме того, что это заболевание очень широко распространено, вот, но все-таки есть некие предикты, возможности предотвратить это заболевание. 100% избежать инсульта в своей жизни не может никто. Но снизить этот риск доступно каждому человеку, если он своевременно прислушается к своему организму и своевременно начнет принимать простые меры, профилактические меры вот этого заболевания. Как заподозрить, что у человека случился инсульт? Есть же, наверное, какие-то признаки, симптомы? Ну, заподозрить, что случился инсульт, в принципе, может каждый человек сам у себя или у окружающих его людей по достаточно простым проявлениям. На первое место, в общем-то, это поставить нужно возникшее впервые внезапно состояние, такое как внезапная острая головная боль в затылке, может подозрение на геморрагический инсульт вызвать. Внезапное появление асимметрии лица, внезапное онемение, слабость в какой-то руке или ноге, тем более если это на одной стороне, нарушение речи, нарушение глотания. То есть то, чего с вами никогда раньше не было, возникло внезапно. Вот это все позволяет человеку заподозрить, что все-таки это случился инсульт. Какое золотое вот, сечение, время. Какое время, когда необходимо ну, вот, что-то устранить, еще какие-то последствия возможно? Ну вот вообще-то вот это время, оно придумано не просто. Этот вот золотой час, который составляет 3, максимум 6 часов от возникновения первых симптомов до оказания полноценной медицинской помощи. Вот. В это время, вот когда происходит инсульт, происходит гибель непосредственно в месте поражения нервных клеток. Часть клеток головного мозга, которые расположены вокруг этой зоны инсульта, им еще можно помочь, если вовремя оказать помощь. Вот это время, в которое можно помочь восстановить кровоток или там, уменьшить степень гематомы, эти клетки могут восстановиться. И тогда последствия инсульта, они не будут столь фатальными. Вот. Поэтому вот эти 3-6 часов
столь важны для первого оказания неотложной помощи. Поэтому родственникам чрезвычайно важно, что если вот они увидели, как заподозрили инсульт, то нужно срочно вызывать скорую помощь. Вот. У нас в стране достаточно много для этого сделано. Вот в 2012 году принята программа, в соответствии с которой по всей стране одинаков подход к методам диагностики, госпитализации и оказания помощи пациентам с инсультом. То есть пациент заподозрил или окружающий его, вызывается скорая помощь. Скорая помощь немедленно госпитализирует в специализированное неврологическое отделение, так называемые сосудистые центры. Mm-hmm. По всей стране сеть этих сосудистых центров работает, функционирует, они оснащены как положено. В нашей Самаре тоже есть эти сосудистые центры. Вот в сосудистом центре оказывается специализированная помощь этим пациентам. И вот тогда у пациента есть возможность с наименьшими потерями для здоровья выйти из этого состояния. Не секрет, что скорой работать сегодня очень непросто, и пробки бесконечные, и огромное количество вызовов. Вот хочу уточнить, когда родственники или близкие какие-то люди звонят на скорую, нужно ли им сообщить, что они предполагают инсульт для того, чтобы вот первоочередной вызов был? Потому что ведь можно и ошибиться же, конечно. Конечно же, потому что сами родственники госпитализировать пациента на неподготовленном транспорте, не на санитарном, а вот, не могут. Почему? Потому что в период, когда инсульт совершается, могут возникнуть жизненно угрожающие осложнения. То есть это категорически делать нельзя? Это категорически делать нельзя, потому что вот обычный человек, он не в состоянии оказать помощь на госпитальном этапе, чтобы пациента доставить в специализированный стационар. Даже если родственники знают, куда пациента везти, даже если им кажется, что это можно сделать быстро им самим, то вот этот риск, но он далеко не всегда оправдан, потому что в период транспортировки пациента с истинным инсультом могут возникнуть жизнеугрожающие состояния, и человек может быть просто погибнуть. Вот. Поэтому если у родственников подозрение на инсульт, то это все-таки скорая помощь. То есть как раз вот такая транспортировка... Да. Помощь оказывается уже на месте. То есть по приезду скорой медицинской помощи экстренная помощь оказывается в домашних условиях. А потом происходит транспортировка. Есть вот какие-то очень важные фразы. Если бы они были написаны, я бы сказала, подчеркиваем. Но сейчас просто вот для наших зрителей мы делаем акцент на таких очень важных судьбоносных вещах. Вот какие все-таки факторы риска? И понятно, что, наверное, какие-то факторы риска есть, которые как данность будут неизбежно, а какие-то, которые мы можем сами для себя устранить. Вот. Значительно снизить риск возникновения инсульта, конечно же, можно. Вот. И, значит, риски инсульта, они вот так условно делятся на те, которые невозможно предотвратить, и те, которые мы можем как-то воздействовать и предотвратить. Но невозможно предотвратить свой пол, женщина и мужчина. У мужчин чаще случается, но у женщин, к сожалению, более фатально все это происходит. Вот. Невозможно возраст назад отмотать и сделать, чтобы ты был моложе. После 50 лет инсульты встречаются чаще. Вот. И невозможно, конечно же, свою генетику изменить, поскольку ты с этим родился и уже ничего в этом не изменишь. У людей, у которых есть некая семейственность, то есть у родственников, играет роль, имеет значение, да. Вот. Ну, вот это относительно. Если в семье склонность к гипертонии, то все-таки заведомо можно этот фактор корректировать и лечить. Вот. Поэтому я вот говорю, что это условно. И есть факторы, на которые, безусловно, можно воздействовать. И каждый разумный человек может их у себя выявить вот, и воздействовать. К таким факторам относятся прежде всего, конечно же, гипертоническая болезнь, нарушение сердечного ритма, курение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия, ну и, конечно, хронический стресс. Вот, вот на эти факторы развития инсульта мы можем воздействовать. А вот что касается поликлиники, понятно, что если уж инсульт случился, то человека увезут в сосудистое отделение. А можете ли вы вот на базе поликлиники как-то помочь с профилактикой, с предотвращением? Вот.
в этом плане? Еще ничего не случилось, стоит ли к вам обращаться? Обязательно стоит. Значит, в поликлинику стоит обратиться. Во-первых, сейчас идет дополнительная диспансеризация. Вот, когда люди, которые считают себя абсолютно здоровыми, приходят к врачу общей практики, в соответствии с возрастом, по регламенту им проводится дополнительное обследование, такое как осмотр врача общей практики, биохимические анализы крови, кровь на сахар. То есть это выявление первичных факторов риска инсульта. А пошел процесс? Начали все-таки проходить диспансеризацию тех, кого ничего не беспокоит? Процесс идет, и идет довольно давно, и идет достаточно активно. И люди, которые... За руку тащить никого не нужно, да? Кого-то нужно. Кого-то нужно. Но те люди, которые озабочены своим здоровьем, приходят, вот, и эту информацию получают. Вот. И своевременная подобранная гипотензивная терапия, холестерин-снижающая терапия, вот, а уж тем более терапия сахарного диабета, которую вполне по силам осуществить обычному врачу общей практики в обычной районной поликлинике, вот, это большой вклад в свое здоровье для каждого человека. Вот поэтому вот поликлиника в этом плане осуществляет большую работу. Кроме того, вот, в поликлиниках теперь уже достаточно давно есть такие методы исследования, как ультразвуковое исследование сосудов шеи, которые являются приносящими кровь к сосудам головы. И при выявлении значимых бляшек атеросклеротических эти пациенты направляются на более высокий этап к сосудистым хирургам для решения вопроса об оперативном лечении. Но это уже такой, скажем так, более высокий этап профилактики. Статистика, которая была приведена в начале программы, говорит о том, что только 10% после инсульта восстанавливаются и способны вернуться к прежней жизни, к работе и так далее. Скажите, пожалуйста, вот что здесь в этих 10% сыграла роль? Наследственность, воля к победе, правильное лечение или что-то еще? Вот кто в эти 10% попадает? Реабилитация. То есть после заболевания пациент прошел все этапы реабилитации. У нас в Самарской области существует 3 этапа реабилитации после нарушения мозгового кровообращения. Первый этап начинается сразу на больничной койке в 100% случаев у пациента. Второй этап – это круглосуточное реабилитационное отделение при многопрофильных клиниках. И до 30% пациентов, выписанных уже домой, возвращаются на круглосуточное реабилитационное отделение. И 40% это приходят пациенты на амбулаторный этап в поликлинике на реабилитацию. И 10% это очень маленький процент восстановления. Все-таки мы видим значительно больше восстановления, до 40% восстановления. Очень хорошо, что ваши цифры лучше, чем у статистики. Это, видимо, все равно какие-то очень усредненные. То есть ошибочно думать, что если ты выписался из стационара, все, на этом закончилось. Вот, нет, продолжение лечения, процесс реабилитации необходим, просто необходим, особенно при поражении центральной нервной системы. Ну, давайте сейчас вместе с нашими зрителями сходим на экскурсию в ваш реабилитационный центр и продолжим наш разговор. Всегда активная и жизнерадостная Наталья Петрова была вынуждена на время снизить стремительный темп жизни. Травма ноги, несколько месяцев в гипсе, на костылях, проблемы с коленным суставом. В поликлинике Наталье предложили пройти курс восстановления. Тогда женщина и узнала про городской центр медицинской реабилитации. Я приятно была удивлена тем, что было очень уделено внимание со стороны медперсонала каждому пациенту. Удивило то, что очень прекрасное оснащение идет физкабинета, зала ЛФК. Я сама занималась на 10-13 тренажеров. Естественно, это приводит к улучшению функции верхних и нижних конечностей у кого позвоночника.
Центр медицинской реабилитации на базе Самарской городской поликлиники номер 6 промышленного района работает более 20 лет. Для скорейшего выздоровления пациентов имеются все возможности. Квалифицированные специалисты, оборудование последнего поколения, а также забота и внимание к каждому человеку. Основная задача центра – это максимально полное восстановление здоровья населения после перенесенных заболеваний, травм, операций, сохранение работоспособности и улучшение качества жизни. При поступлении пациент осматривается бригадой специалистов – неврологом, травматологом, ортопедом, физиотерапевтом, врачом по лечебной физкультуре, психологом. В физиотерапевтическом кабинете пациенту подбирают индивидуальное лечение – лазеромагнитотерапию, электрофорез с полиминералами, УВЧ-терапию, дерсонвализацию, ультразвуковую терапию. Все аппараты имеют широкий спектр показаний. Применяются также иглоукалывание и герудотерапия. Руки на плечи. И круговые движения вперед делаем. Раз, два, три. Движение – это жизнь. В центре реабилитации пациенты проходят курс лечебной физкультуры, групповые занятия и индивидуальные, занятия йогой и дыхательной гимнастикой. После перенесенных заболеваний, травм или операций у пациентов нарушены функции опорно-двигательного аппарата. На помощь приходят тренажеры. Золотым стандартом качественной реабилитации в травматологии и ортопедии являются тренажеры «Артромод». Плавно сустав разгибает до сопротивления в суставе, до возможного угла, разогревает сустав, улучшая кровообращение в суставе, способствует эластичности связочного аппарата, гибкости в суставе, повышает, восстанавливает тонус и силу мышц стопы и мышц голени. Когда я начал заниматься только на нем, ходил только на костылях, на двух. После 10 занятий уже могу передвигаться с помощью трости. Роботизированный активно-пассивный тренажер для тренировок всех мышечных групп верхних и нижних конечностей. Тренажер может работать в пассивном, активном, активном с сопротивлением режимах. Тренажеры последнего поколения, тонусные столы, выполняют всю работу за пациента. Остается только расслабиться, а мышцы тем временем работают без вредной нагрузки на позвоночник и суставы. Для каждой проблемной зоны тела существует отдельная методика. Тонусные столы имеют массажный и расслабляющий эффект. В сюжете прозвучало, что уже 20 лет существует этот центр. И вот мы увидели, что очень хорошо оснащен. Это действительно так? Это действительно так. Реабилитация в амбулаторных условиях делает помощь пациенту доступным в рамках обязательного медицинского страхования. И вот за последние годы наш центр оснащен современным роботизированным оборудованием зала лечебной физкультуры. То есть основное – восстановить двигательную функцию у пациента, поскольку у человека после инсульта нарушения двигательные, нарушения речи, депрессии. И мы тренируем двигательный аппарат. И огромный спектр возможностей на роботизированных тренажерах в активном и пассивном режиме. Физиотерапевтическое лечение назначается в полном объеме. Центр также оснащен в последние годы самым современным физиотерапевтическим оборудованием. Светлана Евгеньевна, мы сегодня говорим про инсульт, но я так понимаю, что идет восстановление не только после инсульта в вашем центре. Ну, мы принимаем с различной патологией. То есть врачи лечебно-профилактических учреждений направляют к нам пациентов, ну, в основном из трудоспособного возраста, из лиц длительно болеющих, на длительно находящих на листе нетрудоспособности и с различной патологией, конечно. Мы работаем практически со всеми поликлиниками города Самары. То есть любой пациент, взяв направление в наш центр, может туда поступить. От своего лечащего врача? От своего лечащего врача. И с той патологией, которой не справляется уже лечащий врач, если нет возможности пройти санаторно-курортное лечение, то амбулаторный реабилитационный центр ему поможет. Светлана Николаевна, возвращаясь к инсульту, вот вы видите, насколько эффективнее идет процесс восстановления, если человек выполняет все рекомендации, ходит в центр медицинской реабилитации.
По сравнению, например, с тем, кто, ну, все-таки, конечно, может быть, не обеспеченно вот отнесся к реабилитации. Для того, чтобы человек полноценно восстановился после инсульта, вот, необходимо участие самого пациента. И после выписки из стационара, я бы так сказала, реабилитация только начинается. Почему? Потому что в течение 2 лет после инсульта идет восстановление. В течение 4 месяцев идет быстро, вот то, что можно восстановить. По истечении от 4 до 2 лет медленная динамика, но есть. Пациенту практически заново надо нарабатывать свою жизнь, учиться ходить, учиться говорить. Некоторым пациентам учиться даже держать ложку, чтобы элементарно покушать и что-то сказать своим родственникам. Вот. Поэтому, чтобы каждый человек не занимался этим сам с собой, вот, чтобы ему могли помочь специалисты и направили его усилия, потому что если человек хочет вернуться к обычной жизни, он прилагает огромные усилия. Чтобы вот эти усилия, они были результативны, конечно же, надо помощь специалиста. Помощь специалистов-реабилитологов в этой ситуации, я считаю, что ее невозможно переоценить, потому что это люди, которые знают, как это надо делать, в какие этапы, какие нужно добавлять упражнения, что дальше надо делать человеку, как помочь облегчить ему двигательные нарушения. Ну, как попасть в ваш прекрасный центр, мы поняли. Ну, а есть ведь все-таки, наверное, группа пациентов, которым сделать это не просто сложно, а практически невозможно. Если у пациента после нарушения мозгового кровообращения есть реабилитационный потенциал, то есть это перспектива восстановление функции, и это оценивает только врач-специалист, то мы можем помочь. У нас организована выездная бригада реабилитационная, лечение на дому. Выезжают специалисты, врач-невролог, врач по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, оценивают реабилитационный потенциал и назначают реабилитационное лечение на дому по той же программе практически, как и получение в центре. Понятно, не будет этих роботизированных тренажеров, но физиолечение, лечебная физкультура и массаж будут идти в полном объеме в течение 2 недель. Что тоже очень важно. Да, я вот как специалист, который работает в поликлинике, хочу отметить, что вот иногда после выезда мультидисциплинарной бригады, когда мультидисциплинарная бригада начинает работать с человеком, казалось бы, лежачим, который вот настолько окружен гиперопекой родственников, что он не готов ни повернуться, ни подняться, ни сесть. Когда приходят врачи-специалисты и говорят, что надо садиться, надо делать так, надо подниматься, надо делать зарядку, и все. Спустя некоторое время пациент приходит самостоятельно на прием в поликлинику. То есть это, в общем-то, огромный сдвиг в его состоянии здоровья. Положительный сдвиг, я бы сказала. Ну, тем не менее, никто не хочет все-таки стать пациентом, стать больным. Еще раз, в каком возрасте не поздно что-то предпринять для профилактики своего здоровья, чтобы инсульта не случилось? Я считаю, что в любом возрасте не поздно что-то предпринять для того, чтобы улучшить прогнозы своей жизни. Вот. Тот же самый банальный совет ведения здорового образа жизни, который мы должны, так скажем, с детства пытаться воспитывать в своих детях. Ну, в нас когда-то родители пытались это воспитать. Вот. Ну, например, вот такой вот сейчас модное направление – отказ от курения. Да? Вот, считается, что в течение 4 лет, если человек не курит, вне зависимости от того, какой срок курения у него был до этого, то сосудистый тонус восстанавливается практически до нормального, как он у него был бы у этого человека, если бы он не курил никогда. Вот. И если люди более преклонного возраста, которым и 70, и 80, которые живут обычной жизнью, которые в быту абсолютно самостоятельны, они тоже могут прийти и озаботиться, а не пора ли мне что-то сделать, чтобы моя жизнь была еще более длительной, и чтобы я был не в тягость себе и родственникам. Вот самые важные слова. Вот мы сейчас сказали, что ни в каком возрасте не поздно, но на самом деле ни в каком и не рано. Да. Тоже стоит это отметить. Спасибо вам огромное за эту беседу, которую сегодня мы донесли до наших зрителей. Вопреки расхожему мнению, около 80% инсультов можно предупредить, следя за своим здоровьем и проходя регулярные осмотры у лечащего врача.
не болейте, ведь, как сказал Шопенгауэр, здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Увидимся. Всего доброго.